Внимание! Удивительное предложение! Ноутбук. Удивительный, особенный. Ноутбук всего за 11 999 рублей. Это не просто ноутбук, это Ирбис. Посмотрите, что здесь у нас. Что здесь у нас интересного? Посмотрите, пожалуйста. Windows – операционная система, которая нам всем хорошо знакома. Это раз. В подарок мы получаем учебники. В подарок мы получаем обучающие курсы. В подарок мы получаем 3000 рублей на электронные книги, мы можем их покупать на эту сумму, любые. Дальше мы получаем игру, самую популярную танковую игру, на мой взгляд, в мире, плюс еще премиум аккаунт, плюс еще танк в подарок, который денег стоит в этой самой игре, и еще учебники. Но и это еще не финал, посмотрите, бесплатная. Бессрочная подписка. Бесплатная бессрочная подписка на Word, Excel и PowerPoint для работы, друзья. Это не дешевое удовольствие, но вы получаете его бесплатно раз и навсегда благодаря Ирбису, друзья мои. Итак, 11 999 рублей. И этот удивительный ноутбук станет вашим, друзья мои. Итак, открываю коробку. Что же внутри? Как же выглядит это чудо техники? Вот он. Вот он, друзья. Посмотрите, инновационное покрытие. Прорезиненный пластик. Называется Soft Touch. Soft Touch, друзья, он долговечный. Он защищен от царапин. Он защищен от повреждений, друзья. Посмотрите, как здорово он выглядит. Под любым углом, при любом освещении, даже самым ярком, он остается матовым и стильным. На оборотной стороне 4 резиновых лапки и 2 динамика. Наушники не обязательны, вы справитесь и так. Ну а теперь настало время открыть. Открыть вам его. Посмотрите, какой яркий дисплей. Посмотрите, какой он хороший и красивый. Обратите внимание, тут 32 гигабайта встроенной памяти, а это очень много. Действительно много. Большой дисплей, друзья. Фото и видеокамера. 4-ядерный процессор. Мощная батарея. Здесь очень много плюсов. Это действительно мощный компьютер. Достойная альтернатива вашему старенькому стационарному компьютеру. Но и это еще не все. Обычные ноутбуки раскрываются обычно вот до такого положения. Но этот способен на большее. Он способен полностью разложиться на 180 градусов, друзья мои. На 180 градусов раскладывается этот компьютер. Вы видите сами. Видите сами своими собственными глазами, что он работает безо всяких проблем. Смотрите, какой он тонкий. Он тоньше, чем глянцевый журнал. Смотрите, он тонюсенький просто и легкий. Он весит всего 1 килограмм 300 граммов. Я вот специально держу его сейчас на весу и буду держать всю презентацию, чтобы вам показать, что он действительно легкий, что руки не устают, но он как пушинка, у меня даже рука не устает. Мне кажется, вот если вот так вот просто две руки поставить, у меня, может, правая еще и быстрее устанет. Итак, 1,3 килограмма. Очень тонкий корпус, просто тончайший, друзья. Посмотрите, еще и сумочка в подарок, если успеете заказать этот ноутбук во время нашего прямого эфира. Друзья, позвоните и закажите его прямо сейчас. Такой возможности и такого предложения, боюсь, больше уже не будет, друзья. Итак, сумочка. Какая сумочка? Сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот она у меня здесь. Вот, пожалуйста. Вот такая сумочка на ремешке. Вам достанется абсолютно бесплатно. Причем это не сумочка для ноутбука. Это, в принципе, сумка на каждый день. Можно здесь и ноутбук носить, и бумаги какие-то, и кошелек, и смартфон, и ключи. Ну все. В общем, сумка для каждодневного применения. Не обязательно только ноутбук в ней переносить. Итак, друзья. Мощный компьютер. Напоминаю, друзья, что здесь 32 гигабайта встроенной памяти. И еще плюс, вы можете установить сюда еще карту памяти. И еще USB подключить. Но 32 гигабайта это уже много. Серьезно, это прям очень приличный объем. Посмотрите, что туда помещается, друзья мои. Что туда помещается? Туда помещается, например, фотографии. Ну вот, к примеру, да? 7800 песен помещается туда. Также помещается туда 10 тысяч фотографий, друзья мои. Помещается туда 8,5 часов видео в высочайшем качестве, в максимальном разрешении, друзья. Это действительно факт, это действительно так. Тут очень большой объем встроенной памяти. Ну и сама мощность этого компьютера поражает. Почему? Потому что, посмотрите, пожалуйста, легко и просто. Одна из самых мощных требовательных игр легко и просто запускается. Здесь просто каждый танк, он
является живым человеком. То есть каждый танк — это живой человек. Реальный персонаж, который находится в любом месте, в любом городе, в любой стране. Так, еще можно здесь находить что-либо с помощью голоса, друзья, тоже это не проблема. Сейчас я вам это продемонстрирую. Природа, видео, HD. Запускается сейчас видео, вот первое попавшееся, даже не глядя, просто запускаю. И смотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь интересного, что у нас здесь яркого. Обращаю внимание, что картинка дублируется сразу на втором экране. То есть вы можете этот ноутбук подключить и к телевизору различными способами. Там на самом деле большое количество различных вариантов. Так вот, вы можете подключить его и использовать как домашний кинотеатр. Не скачивать видео, а смотреть его из интернета. Просто смотреть из интернета это самое видео. Без проблем, друзья мои. Смотрите, какая картинка. Посмотрите, какое качество изображения. Посмотрите, какие цвета. Что здесь, что вот на большом экране. На большом телевизионном экране. Надеюсь, вам видно, друзья? Видно, достаточно удобно. Как легко и просто можно пользоваться этим ноутбуком. Он может стать вашим домашним кинотеатром. Любое видео из интернета, любой фильм можно будет смотреть безо всяких проблем. Еще раз напоминаю, он очень тонок. Обратите внимание, я его не ставлю. Не ставлю, потому что я хочу вам доказать, что он действительно очень и очень легок. Он весит всего 1 килограмм 300 граммов. 300 граммов, друзья, всего-навсего весит этот удивительный, потрясающий ноутбук. Ну и потом, мы будем общаться же с помощью скайпа. По скайпу с друзьями мы должны знать, как они нас будут видеть, в каком качестве они нас будут разглядывать. Смогут ли они увидеть все плюсы нашего евроремонта, нашу прическу смогут ли они разглядеть. Вот с помощью этого компьютера однозначно да, однозначно смогут, друзья. Посмотрите, вот сзади у меня здесь на телеэкране все видно. Хорошо все видно. Почему? Потому что качество изображения у этой фото и видеокамеры очень и очень высокое. Не просто для ноутбука. Для ноутбука вообще шикарное, я считаю. А цена какая привлекательная. Всего 11 999 рублей. 11 999 рублей. Бесплатная доставка. Оплата только при получении еще и сумочка в подарок. Друзья, звоните и заказывайте. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Удивительный, потрясающий просто. Просто ноутбук удивительный со всех сторон. Мне лично он очень и очень нравится. Я, как эксперт рубрики «Электроника», вам его настоятельно рекомендую.